Итак, второй раунд. В первом раунде мы увидели достаточно равную и очень интересную борьбу. Пошел вперед белорус, но тут же активизировался Андрей и зажал в углу ринга, нанес несколько чувствительных ударов. Серия ударов колено. Вот мы видим сейчас, когда отступал Руслан перед отсечкой, тяжело он дышал, переводил дыхание вновь и вновь. Вот в удар печени, скручивание. Мы видим, что активизировался Благовещенец. И будем надеяться, что у Андрея Потапова все получится. Вот сейчас хватил ногу Руслан, но это ему не принесло. И удар локтем очень чувствительный. Удары. Я думаю, что они придут к своему эффекту. Видим, уже заплыл глаз белорусского бойца. Ему все сложнее и сложнее будет. А преимущество-то и длинных рук, и темп мы видим, самое главное, пока более высокий. Сейчас Благовещенцу главное попадать. Конечно. Если он будет попадать, белорусу уста, ему уже тяжело. Глаз заплыл, несколько ударов он пропустил. Сейчас тяжело ему будет дышит он. Труднее, потому что нависает над ним благовещенский спортсмен и при этом не давая возможности наносить удары. Но вот мы видим, что Руслан-то чаще всего атакует. Каким образом он идет? Ногами. Ногами он идет, а не бьет. И бьет руками наподобие боксера. Руки у него превалируют, но все-таки ему сложнее из-за низкого роста. Но вот Александр это уже прочитал и тут же скручивает своего соперника белорусского. И бэкфит опять не проходит. И вот локтем. Коварные удары локтями. Вот такие по голове. Больше так разнообразнее работает сейчас Александр. Вот эти вот передавливания через канат, ну насколько это эффективно? Дает определенное преимущество. Но не более того, за счет они не идут. Не идут. Ну вот сейчас в этом случае уронил благовещенский спортсмен белоруса, сбил его, заработал очки. Мы видим, что во втором раунде, если первый был более или менее равным, то во втором картина-то изменилась. И пока, судя по всему, Андрей Потапов в этом раунде уж точно ведет. Все похоже на это, да. Вот сейчас и роняет, да, отправляет своего оппонента в нокдаун. Мы видим, что еще открыл счет судья, значит, это нокдаун. Напряженный поединок. Да, если в первом раунде, ну вот, буквально сжималось у меня все, когда Руслан Салматов шел вперед, наш белорусский гость, то вот сейчас поспокойнее стало, видно, насколько свободнее действует Благовещенец. И этот раунд уж точно с учетом нокдауна остался за Александром Потаповым. Будем надеяться, что сможет он держать свое преимущество. Ну и третий раунд сейчас все расставит на свои места. Тут удары чувствительные. А вот здесь пропускает короткий прямой удар в область подбородка и опрокидывается на пол. Рефери открывает счет. Ну вот мы видим, вот у обоих бойцов удары не проходят, но тут же Андрей скручивает и роняет своего соперника, получает, зарабатывает очки. То есть мы видим, что Благовещенец наконец-то в любой ситуации, да, там может заработать очки и выглядит бока более преимущественно, получает наставление от Евгения Ганина Андрей, и будем надеяться. Ну, конечно, третий раунд сейчас посмотрим. Сейчас много мы видим, что обнимаются перед бойцы этим приветствуют раундом. Друга, да. Это их работа, поэтому и относятся они как к работе. Это и радует. Никакой злобы в жизни у бойцов нет. Есть, мы видим, что Руслан вновь идет вперед, несмотря ни на что, несмотря на нокдаун. Но вот сейчас уже Андрей уверенно работает в защите, отрабатывает, блокирует удары. И спокойно он действует. Но вот сейчас вот особенно показывают, что скользкий пол.
недостаточно. Наверное, будет остановлено время, и сейчас приведут площадку в порядок. После этого будет бой продолжен. Видимо, сейчас есть что возможность вот 6 минут прошло, мы видим, что тяжело дышит белорус. Тяжеловато ему, да? Да, ему очень тяжело. Но я думаю, что и сказывается, конечно, все-таки это перелет, это и часовые пояса. Все это очень сказывается. Ну, в предыдущем поединке мы этого не видели, да. Вот вновь едва не подскользнулся спортсмен. Ну, это уже пятый поединок. Спортсменов обливают водой. И все-таки тяжело это все вытереть. Нас впереди ждет после небольшой паузы еще один супербой с тяжеловесами. А вот сейчас белорус-то выдавил буквально за пределы ринга Благовещенца. И потерял капу он, судя по всему, потому что подходил он в свой угол. Но вот судя по тому, насколько быстро он передвигался, подняв руку абсолютно спокойным, силы у Андрея есть. Ну или это тоже все-таки хитрости? Я думаю, что сейчас ребятам уже экономить силы не приходится, отрабатывают по полной, ударами обмен идет очень такой высокий уровень. Вот сейчас чувствительно ударил белорус Андрея. Ну вот в углу Руслан Салматов и пропускает несколько ударов, а ускорился Андрей. Андрей попытался сейчас ответить тем же. И выдавить за пределы ринга. Да. Ночной клуб, в котором проходит поединок, как говорят организаторы, идеально подходит для этого, поскольку ширина танцпола буквально на 10 сантиметров больше ринга, и абсолютно идеально он сюда вписывается, и зрители, вы видите, насколько рядом они находятся. Конечно, это зрители дает незабываемые впечатления от происходящего на ринге, то есть они все воочию видят очень близко. Вот с плана сверху видно, насколько они рядом, если бойцы вывалятся. Белорусский спортсмен сейчас пропускает прямой удар. Ощутимо, и колено. Я даже не понимаю, как он может устоять на ногах. Мы видим, что сбоку подбадривают, говорят, дожимай, кричат, добивай его. Ну, остаются. Просит поддержки Андрей. Зала. Все, бой закончен. Бой закончен. И вот мне кажется, что сейчас все должно быть понятно, и решение судей должно быть единогласным. Ну, посмотрим, не нам это решать, нам только кажется, мы только помогаем, рассказываем вам об этом поединке. Встречались Андрей Потапов из Благовещенска и Руслан Салматов из Белоруссии. Напомню, это второй поединок матчевой серии из трех матчей России и Беларуси. Итак, результаты этого поединка. Категория до 69 килограммов. Мы думали, этого не произойдет, но это свершилось. Победа присуждается Андрею Потапову, город Благовещенск. Ура! Первая победа. Ура, наконец-то! Ну что ж, мы прерываемся на рекламу, после которой наша коллега Яна Лисовая возьмет интервью с одного из наших гостей, белорусских спортсменов. Ну а пока церемония награждения, затем реклама. Оставайтесь с нами на Первом областном. Это четвертый турнир Благовещенского клуба «Драка». Впереди самый интересный бой. Оставайтесь с нами. Первая победа благовещенских спортсменов. Ну а сейчас рядом со мной Денис Климович, победитель предыдущего боя. Денис приехал к нам из Беларуси. Это боец легендарного бойцовского клуба «Чинук». Денис, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Как ощущения после победы? Все хорошо. Как-то слишком спокойно, мне кажется. Ну да, что напрягаться? Неужели нет никакой радости? Ну, есть, но я уже, отдохнуть хочется, пойти в раздевалку. Смена часовых поясов как-то сказала? Ну, мы отдохнули, дали сутки на отдых, вроде более-менее. Так, чтобы сильно тяжело, я не скажу, что было. Вот только что представитель вашего же бойцовского клуба, да, немножко проиграл. Как ощущения? Знаю, что переживали, видно было, что подсказывали. Ну да, он боец не очень опытный, но молодец, что хорошо характер показал. А все остальное приходит со временем, с опытом.
Ну вот публика поддерживала все равно где-то больше благовещенцев, да, потому что, понятно, публика наша. Но не было ли обидно как-то и не отвлекают ли эти крики толпы? Да нет, это все понятно. Мы в гостях, он дома, конечно, это понятно, что за него будут переживать. Мы все-таки как гости, так что нас, как говорится, просто меньше. Как оцениваете подготовку наших спортсменов? Ну, я считаю, что все хорошо на нормальном уровне. То есть нас встретили, забрали, разместили, накормили. А именно профессиональную подготовку? Ну, хороший уровень, ничего плохого не могу. Есть к чему стремиться, я так понимаю. Всем есть к чему стремиться, все люди растут до конца жизни. В чем была главная ошибка Александра Власова, почему он проиграл, как считаете? Ну, я даже не знаю, видно экспертам, пусть они и разбираются. Ну, это как удача, либо это все-таки дело случая? Нет, удачи нету здесь. Кто сильнее, тот и сильнее, тот и выиграл. Всегда интересно, берут ли спортсмены какие-то талисманы с собой в такие дальние поездки? Ну, некоторые берут, да, я беру, например. Что касается тебя? Ну, я ничего не беру, фотографию своей девушки, родных и все. Это как-то помогает? И родных. Ну, конечно, чувствую, что они рядом всегда. Хорошо, ну, какие дальнейшие планы? Дальнейшую? Тренироваться, готовиться к следующему бою. Какие следующие твои бои? 13 числа еду в Эстонию, там у меня тоже профбой. А дальше будет посмотреть, я думаю. Вот впереди у нас решающий бой международный, да, также Благовещенец с представителем вашего бойцовского клуба. Какие-то ставки, может быть? Ну, конечно, на своего, конечно, ставлю. Я же не знаю, как ваш земляк дерется. Ну, всегда ставишь на своего, понятное дело. Очень интересно, но в зале присутствует очень много девушек. Вот как, если сравнивать с публикой в Белоруссии, да, такой же интерес у представительниц прекрасного пола к таким жестоким боям? Ну да, конечно, девушек много. У нас и в клубе много тренируется. Ну, не знаю, как у вас, но у нас достаточно девочек посещают, тренируются с нами и ходят на такие мероприятия. Это интересно и увлекательно. То есть девушкам есть время, место не только в зале, но и на ринге даже, да? Да, да, да. У нас много девочек дерется по всему миру. Я считаю, это неплохо. Понятно. Ну, еще вот какие-то уже связи, может быть, дружеские. Обзавелись дружескими связями в Благовещенске? Ну, пока нет. У нас еще тут сутки, как в гостях. Надеюсь, вот пообщаемся с ребятами, они нам покажут. Все-таки расстояние Белоруссия-Благовещенск довольно большое, да? Как удалось вас заманить сюда? Что пообещали-то? А какими почему? Пряниками? Почему заманить? Просто, пригласили. Каждый раз путешествие. Ну, зачем сидеть на одном месте? Можно съездить по всем странам, и это неплохо. Хочется побывать на всем, по всему миру поездить, чтобы знать, что вокруг творится, а не только у себя дома. Ну, а город уже как-то посмотрели, может быть, да, где-то... Мы походили, вчера вечером походили, целый день гуляли. Ну, хорошие впечатления, все тихо, спокойно. Какие-то сувениры с собой повезете? Ну, конечно, осталось только выбрать, особо так ничего, не выбрал. Есть много чего выбирать, осталось только узнать, что именно. Все-таки бои привыкли все, да, что бои жесткие, кровь, бои и так далее. Почему обошлось все без крови-то? Это я уже не знаю. Как часто получилось? Бывают такие легкие исходы в твоей практике? В моей практике? Ну, я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Бывает и легко, бывает и тяжело, бывает средне. То есть это как сложится, допустим. Понятно. Спасибо большое. Очень приятно было, что вы приехали в наш город.